Любая помощь приветствуется, особенно сейчас. Местная страховая компания передала Министерству здравоохранения 1000 тестов на обнаружение коронавируса. И подобные акции солидарности в последнее время становятся все более частыми. На помощь государству приходят различные компании и частные лица. În momente de criză, cum și-am spus, este foarte importantă solidaritatea și mobilizarea. De-aia și suntem, greu spus, bucuroși că nu este perioada de criză, că a fost posibil să donăm 1000 de teste de validare a infecției COVID-19. Pe această cale îndemn populația să asculte cu strictețe toate instrucțiunile, indicațiile date de autorități. В Министерстве здравоохранения высоко оценили инициативу по консолидации государственных резервов в отношении количества тестов на коронавирус, которые проводит Национальное агентство общественного здоровья. Там отметили, что кризис мы можем преодолеть только сообща. Требуется не солидаризем, и что каждый из нас может дать контрибуцию в лупта с COVID-19. Care este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, este o provocare pe plan mondial. Teste care sunt imperios necesare atunci când realizăm testarea persoanelor care sunt suspecte cu COVID-19, dar și atunci când vorbim deja despre externarea. По словам главы Нацагентства общественного здоровья Николая Фуртуны, подаренные тесты классического типа. Тест комплект 100%. Мы не имеем нужды с комплементом с китами экстракции, с китами амплификации, с другими вещами. Не ажута, как и в время скуртем дурата реакции. И как и технически, чтобы иметь тест валид, тест, который корреспондит всем регулам. Тест – жест очень красивый, сделанный в ситуации кризиса. В Нацагентстве общественного здоровья уверяют, что имеют в резерве около 15 тысяч тестов на коронавирус нового типа.